потрясся во все хвост. Мы в Питере, не мешай. Я надыбал ватрушку, здесь называется эта ватрушка. Сейчас по этой ватрушке куда-нибудь я поеду. Говорят, надо на голубой, в общем, интересно прокатиться. Вон, это. Она сначала вниз, потом вверх, потом еще куда-то. И, короче, потом я окажусь на корабле. А с корабля я буду спускаться или на зеленую, или на оранжевую. В общем, друзья, пошлите. Что я надыбал. В заливе кораблик стоит. Большущий. Такой большущий, что хочется пойти в кругосветное путешествие на корабле. Но мы идем. Идем кататься с горок. Судя по всему, горка хорошая, но очередь присутствует. Говорят, тут в обед или выходные дни очередь просто километровая. Вот так вот. Она и сейчас, можно сказать, почти полкилометра. Но будем стоять. Страшно? Не страшно? Нет? Ну как так может быть? Смотрите, какая река. Ну давайте. Ушла. Говорит, не страшно. Нам инструктор сейчас скажет технику безопасности, и надо только четко ее соблюдать. Крепко держимся за ручки, руки не отпускаем до конца горки. Назад сильно не отклоняемся, ноги не поднимаем. Самое главное, крепко держаться. Если что-то вдруг пошло не так, вы можете остановиться в горке или перевернуться. Все зависит от того, как вы будете выполнять инструкции. Остаемся на месте, мы за вами придем. Все ясно? Как спасатели Малибу. В общем, зависнуть на месте и все. И за вами придет аварийная команда. Вот очередного проглотила бездна. Труба. Просто тут бешеное течение. Она всех глотает. Всех. Даже сейчас этого малыша проглотит. Опа. И все. И нет малыша. Сейчас мы тоже будем садиться.
Как-то так, не знаю. Немножко бдик-бдик. Но это нормально. Это нормально, да, нормально. Сейчас вот светофор включит зеленый. Во. Все, ну что, давай, поехали. Наверное, пошло. Но я, короче, где-то здесь рядом. Все хорошо, я живой. Все, зашибись. Одной рукой, правда, пришлось управляться. Смотрите, что сейчас будет. Потрясно. Вообще фуа. Обалденно. Теперь надо выстоять зеленый. Вообще. Фуа. Да, за девчонки. Хорошо. Теперь надо в очередь выждать. Будем в очереди стоять.